находится вот здесь. А может быть, это не надо? Нам надо туда. Мы переобулись в кроссовки, надели спортивную форму и оперативно освоили компас. Команда Одинцовского телевидения под названием «Отважный» приняла участие в необычном квесте. Отыскать 7 пунктов с заданиями в лесу на территории парка имени Ларисы Лазутиной оказалось нелегко. Указанные в карте маршруты нужно по компасу. Он порой прокладывает такие пути, которые трудно даже преодолеть. Инструктаж по маршруту, карта, старт каждые 5 минут. В эколого-краеведческом квесте «Тайны леса» участвуют 25 команд. По специально разработанному маршруту найти контрольные пункты, отгадать задание, чтобы получить подсказку, слово из предложения. На себе испытывали каждую тропинку, говорят организаторы. Мы погуляли по всему парку, прошлись по лесу, выбрали наиболее комфортные места. Мы взяли с собой сразу реквизит, вот флажочки, карты, компас у нас был в реквизите. Мы все это с собой собрали и уже ходили по станциям, смотрели, как это все будет, проигрывали это на себе. Задания по экологии, палеонтологии и особенностям парка не только набегались вдоволь, но и узнали много нового. Мы старались показать разные грани того, что у нас в парке есть. И археология, и природная богатство, и наследие палеонтологическое, и тут частью туристическая подготовка нужна. Вот это все сопоставить, чтобы людям было интересно, чтобы они увидели разносторонность вот этой локации, вот этой замечательной территории, которая у нас активнейшим образом развивается. Ограничений по возрасту нет. Соревновались целыми семьями. Детский азарт у каждого взрослого. Самые старшие участники из активного долголетия в ловкости и скорости молодежи не уступили. Эти поиски, где вот эти зонтики, это мы все вместе дружно, активно все делали. Ну и вот, а дальше-то стимул, что о, мы на скоростях, и все быстрее, да быстрее. И вот прибежали. Почти что первый, я еще не знаю, может, но все-таки в первой пятерке, по крайней мере. За такой оптимизм и активность команда клуба «Активное долголетие» получила специальный приз от организаторов. А отважные коллеги не прибежали первыми, зато получили массу положительных эмоций. Мы съезжали с горок, в буквальном смысле этого слова. Мы прошли все КП, но, наверное, самое яркое мое впечатление сегодня на одном из КП. Я увидела кучу листьев, стала ее разгребать, думала, сейчас я все найду. На самом деле нашла просто ежика, напоролась, ежик колючий. И всем советую отправляться в лес. Если следующий квест будет, обязательно участвуйте. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».